Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше химичить с танком «Королевский тигр» от фирмы SEM. И сегодня в этой серии мы нанесем полуматовый лак от фирмы Tamiya X35 и разведем его в пропорции 1 к 2 растворителем X20A от фирмы Tamiya. И как бы небольшим слоем нанесем лак на модель, дадим просохнуть ему часов 5 и начнем наносить масляные точки на модель. Закончил лакировку. Теперь, как и говорил ранее, дам модели часов 6 высохнуть. Хотя Ганза, Tamiya не боятся особо white спирита. Но лучше дать побольше краски или лаку просохнуть. Так как уже дальше будем работать с white спиритом, делать масляные точки. Чтобы уже обезопасить себя и модель. Подождем некоторое время. И начнем наносить масляные точки и растирать их. Ухожу, друзья, на паузу. Для вас это будет несколько секунд. Лак подсох. Можно начинать наносить масляные точки. Масляные точки для этого цвета я подумал и буду делать белила цинковые. Сажа газовая, желтый и умбра. Вот эти цвета, я думаю, более подойдут для этого камуфляжа. Ну, конечно, если у вас есть желание и средства, то можно уже готовые фирменные масляные краски покупать для определенных цветов техники. И вам уже не надо будет ничего намешивать, а просто наносить и делать. Ну, начнем наносить масляные точки более светлые сверху и от более светлого цвета более темному. Ну, в принципе, черный с белым у меня будет почти рядом, чтобы добиться серый цвет. Когда делаете масляные точки, то сверху их лучше растирать круговыми движениями. А когда вы делаете уже по бортам или по бокам, сверху вниз. И можно немножечко даже под углом, как будто это дождевые потеки, делать имитацию. Ну, смотрите видео, увидите, как я наношу точки, а потом как их растираю white спиритом. White Spirit тоже можно использовать как фирменный. Я использую финский White Spirit Tikkurila, потому что он без запаха. Поехали!
нанес масляные точки, растушевал их, дал немножко просохнуть, чтобы показать, как получается. Сейчас дадим просохнуть модели около суток, так как масляным краскам и white спириту надо хорошо дать просыхать. После этого буду наносить, наверное, уже в следующей серии погодные какие-то эффекты, потеки масла. Скорее всего, сделаем пигменты. Посмотрим, как будет идти дальше у нас работа. И что я дальше придумаю. Также, друзья, хотел у вас спросить, если кто знает, подскажите, какого цвета должно быть стекло конвойного фонаря? Зеленое, синее или красное? Ну, на этом буду, друзья, заканчивать. Спасибо вам за то, что остаетесь на канале. Спасибо за ваши комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки. Спасибо, друзья. Всех благ вам и вашим близким.